Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив ГУП «Сосновский электротранспорт». Троллейбус следует по маршруту номер 10 до конечной остановки 2 электродепо Пушной. Желаем вам приятной поездки. Следующая остановка – Сосновская Видовка. Сосновская Видовка. Следующая остановка – СНТ «Грибки». СНТ «Грибки». Следующая остановка – Радиополе. Будьте вежливы. Уступайте место инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми, беременным женщинам и дошкольного возраста. Не занимайте место кондуктора. За занимание места кондуктора штраф до 3 базовых величин. Радиополе. Следующая остановка – озеро. ГУП «Сосновский транспорт» приглашает работу водителей автобуса, троллейбуса и трамвая старше 10 лет в Раблоксе «Сосновский 1.0», дается льготный проезд, а также инструкцию о вождении транспорта. Работа стоит 34 тысячи рублей. Обращаться по телефону 8-047-55-47-73, 8-023-12-65-40. Озеро. Следующая остановка, 2 электродепо, Пушной. Конечная. Уважаемые пассажиры, просим вас заблаговременно готовиться к выходу, мы прибываем на конечную остановку, 2 электродепо, Пушной. Конечная. При выходе, не забывайте свои вещи, о забытых вещах не трогая их сообщайте водителю. Всего вам доброго. Уважаемые пассажиры, вас обслуживает коллектив ГУП «Сосновский электротранспорт». Троллейбус следует по маршруту номер 10 до конечной остановки электродепо. Желаем вам приятной поездки. Следующая остановка – озеро. Озеро. Следующая остановка – Радиополе. Уважаемые пассажиры, в автобусах, троллейбусах и трамваях работают кондукторы, а при их отсутствии водитель. Билеты без кондуктора можно приобрести только у водителя. Радиополе. Следующая остановка – СНТ «Грибки». СНТ «Грибки». Следующая остановка – Сосновская Видовка. Пожалуйста, при входе не забывайте приложить безлимитную, социальную, банковскую или транспортную карточку к валидатору. Убедитесь, что карточку можно приложить в каждом транспорте только один раз. При приложении карточки ждите зеленого сигнала. Спасибо. Приятной поездки. Сосновская Видовка. Следующая остановка – депо, улица Тамбова. Во время поездки, держитесь за поручни. Депо, улица Тамбова. Следующая остановка – трамвайное депо. Остерегайтесь карманных воров. Трамвайное депо. Следующая остановка – электродепо. Конечная. Уважаемые пассажиры, просим вас заблаговременно готовиться к выходу. Мы прибываем на конечную остановку электродепо. При выходе из троллейбуса не забывайте свои вещи. О вещах, оставленных другими пассажирами, не трогая их, сообщайте водителю. Всего вам доброго!